Всем привет, доброе утро. Сегодня у нас начинается один день из жизни студента. Я только проснулась, сегодня позволила себе поспать подольше, хотя все равно просыпаюсь по будильнику. Погода у нас сегодня такая переменчивая, и всю ночь дул очень сильный ветер. Я хочу вам показать, что у нас под окнами идет стройка, ремонтируют здание общежития, и вот это вот все громыхало, потому что МЧС прислал даже сообщение, что сегодня очень сильные ураганы, нужно быть аккуратным. Я еще удивляюсь, как вот это вчера все и сегодня за утро не улетело куда-нибудь. Первое, что я делаю, это далеко не заправляю постель, берем щетку, пасту, идем умываться. Это я, заспанная. Мне в этом плане повезло, у меня ванная комната в блоке. Так, сейчас будем чистить зубы. Вчера у меня тут была стирка, поэтому надо это все убрать в другое место, хотя здесь горячие батареи, поэтому оно очень быстро, в принципе, высыхает. Но я смотрю, что футболки еще не полностью высохли. Я уже выгляжу как человек. Если нет, все равно уже лучше, чем было. Ну, теперь можно и постель заправить. У меня тут, кстати, как это называется, блин, заплыла. Увлажнитель воздуха. Я его с собой притащила, представляете, да? Но я им пользуюсь, потому что мне очень он нужен. Мне нравится, чтобы воздух был увлажненный в комнате. Чё-то так темно вообще. Пасмурно, потому что на улице. В общем, сейчас берем все необходимое и идем на кухню. Буду кипятить чай и сюда накладывать еду. Посмотрим сейчас, чем я буду завтракать. Итак, на завтрак у нас сегодня моя ряженка. Кстати, вот это вот моя верхняя полка. Единственное, что сейчас здесь стоит, это вот контейнер с обедом. А завтракать мы будем вот чем. Здесь мои блинчики фаршированные. Я грею чайник, чтобы залить себе кипяточка в термос, чтобы всегда была горячая вода, можно было попить чай, кофе. Ну и пока греется моя еда, покажу вам нашу кухню. Собственно, вот такая вот она небольшая. Здесь есть все абсолютно для готовки. Плита, кстати, выглядит сегодня очень даже чистой. Бывает ужас. Такой у нас холодильник, здесь повешали надпись, чтобы мы не захламляли едой чужие полки, потому что места и так мало. Раковины, постоянно текущая почему-то из крана вода, не знаю почему, не закрывают. Я всегда стараюсь прийти и закрыть, если она течет. Мусор, столик, здесь можно тоже покушать. И полочки, где студенты также хранят свои всякие сковородки и прочее. Я все это храню у себя в комнате. Все.
Все разогрелось у нас. Не, нифига. Кто-то поставил на разморозку, я не заметила. Эх, ждем заново. Ну что, приступаем к завтраку. Всем приятного аппетита, кто кушает. Как я обещала, чтобы не забыть, надо убрать вот это вот все. Никаких сушилок, вешалок. У меня ничего этого нет, поэтому для того, чтобы досушить вещи, все, что можно, будет использоваться. Спинки стульев, дверцы шкафов. Вот, пожалуйста, досыхайте. Чем мне предстоит заниматься сейчас? Ну, конечно же, выполнением домашнего задания, коего, блин, задают очень много, я считаю. Отослали тут разные статьишки, как раз-таки на прочтение. Вот они, пожалуйста, вот они. Очень много. Каждый день я провожу за компьютером очень много времени, и к концу вечера у меня начинает болеть шея, болит спина, а мне только 23. Думаю, многим это знакомо. Поэтому я поставила себе цель, что каждый день нужно обязательно уделять внимание своему физическому здоровью. Самый удобный для меня сейчас способ – это домашние тренировки с лучшими тренерами на fitstars.ru. Сейчас все тренируются с fitstars. Физические нагрузки помогают мне не только чувствовать себя лучше, но и также очень хорошо снимают стресс и помогают бороться с негативными эмоциями, что сейчас, ну, очень важно. Тренировки занимают всего лишь от 7 до 30 минут в день, и на FitStars 93 разных программы и более чем 1400 разнообразных тренировок, и главное, не нужно никакого дополнительного оборудования или дополнительной подготовки, все программы подходят для новичков. Я оформила безлимитную подписку и сейчас занимаюсь по двум программам, это зарядка и здоровая спина. Можно выбрать любую подходящую лично для вас программу, например, «Всегда в форме» или «Ягодицы нон-стоп». Также на платформе есть раздел питания с рецептами, а еще у них недавно появились курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой, которые теперь тоже входят в подписку. По моему промокоду скидка 70% безлимит за 4950 рублей. Это выгоднее даже абонемента в спортзал и лучшая инвестиция в себя. Здравствуйте, снова встречаемся на кухне. Время обеда у нас. Так, сейчас бы как-нибудь аккуратненько вот это достать. Все, достали. На обед у меня рис с овощами и с курицей. Очень вкусное блюдо. И выглядит, главное, красиво. Все, что нужно организму. Выглядит это так. Знаете, это уже скорее даже не обед, а обеда-ужин. Я так просидела за работой на компьютере, что уже даже не заметила, как время уже 4:20. Брокколи и рис за ваше здоровье. Ребят, ну как-то так прошел мой день в общаге, уже, посмотрите, стемнело, одинокий фонарь светит мне в лицо, если шторы не закрывать, то сидеть невозможно, как и спать невозможно с этим фонарем.
Короче, как вы видели, вот так вот прошел мой день в общаге. Если б я пошла бы в университет на учебу, конечно, было бы побольше всего, может быть, даже интересного. Конечно, если у вас будет общежитие коридорного типа, где общая кухня, общий душ, туалет, то вы будете постоянно контактировать с другими студентами. Мне же повезло, блочное общежитие. По факту, можно даже не появляться на кухне вообще, если купить холодильник. Кстати, по-моему, вот это как раз место для холодильника. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, я как раз для вас именно этот влог сейчас умонтирую. Так что увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Я еще хотела по-быстренькому добавить, что если вы будете ходить в гости к своим соседям, таким же студентам, конечно же, вам будет веселее, и дни будут проходить не так абсолютно, как, например, прошли они у меня, но в большинстве своем, как мне кажется, когда студент учится, реально учится, то он сидит целыми днями за компьютером или занимается какими-то своими делами, может просто в игрушечки рубиться. Короче, это абсолютно не факт, что ваши дни в общаге будут проходить так же, как и мои. Все, это то, что я хотела сказать. Пока.